кайфовая погодка. Вообще супер. Пацаны лодку спускают. Сейчас поплывем нормально сегодня. Доброго времени суток, дорогие подписчики. Сегодня у нас Волхов. Проверим междуречье, как оно вообще сейчас живет или нет. Вот уже одна поклевка есть. Не знаю, буду ловить на две палки или может быть третью. Возьму, наверное, возьму третью. Буду брать всю рыбу и зачетную, и незачетную, чтобы знать вообще как, что. Такая вот сборочка. Если что-то не так, можете мне сказать, где и что я ошибся. Крючки там стандартные стоят вроде бы. Может быть и нет, я уже не помню. Вот. Ну, раньше клевало на самом деле вот на Доджер Крэнке хорошо. Был момент, когда Бальсы сдохли и пошел Доджер Крэнк. Сейчас я попробую, наверное, центральную палку взять. Все-таки какую-нибудь Бальсу поставить. Чтобы просто проверить сначала одну, потом другую. Чтобы знать. О! У нас уже поклевочка на вторую палку. Все-таки Крэнки хорошо себя показывают, только заплыл. Ну, как бы. Первая щука, конечно, не зачетная. Ну да, щука, кому она нужна, хочется все-таки. Да иди ты сюда. Хочется что-то получше. Но на безрыбье и щука рыба. Последний мой заплыв был где-то неделю назад, наверное. Я плавал тоже по междуречью. За час вышло монет 450. Клев был прям активный. Клевали атланты. Был на 10 килограмм, на 15 даже заходил один. Вот ровно за час с ночью. Причем ночью я никуда не уходил. Ночью тоже ловил. И вышло 450 монет. Без кафе, прошу заметить. Посмотрим, как сейчас себя ведет Волхов. Прошел у нас ровно час, 43 рыбы суммарно со всеми. В кафе окуней можем сдать хотя бы в кафе, ладно. Так, давайте по массе сдадим самых мелких. 6 штук, 13 монет, так запишем, запишем в уме. 13 монет, ну, на самом деле там более-менее у нас. Ладожских, конечно, не было ни одного атланта, но были щучки. Я надеялся, что щука будет в кафе. Было два судака. Жерех один незачетный. Щука была даже вот на 5700. Вот, щуки на 117 монет. У нее тут, понятно, два осталось. Лососи по массе. Самый крупный вот у нас был на почти десятку. Лососи 258. Ну, слушайте, я думаю, нормально. 387 монет за час, и там мы сдали 13 с половиной, 400 монет ровно за час. Вот по времени вылова, 1 час 2 минуты, 400 монет. Палки было у меня, конечно, не 2, а 3, но третья палка, она была как эксперимент. Я на нее ставил бальсу 75001, которая сейчас хваленая на куоре. Тут на нее особо вообще... особо ничего я на нее не поймал, кроме окуней. По поводу крэнков, блин, у меня удочки там остались. Хорошо себя показал именно синий крэнк 007. На него было, наверное, процентов 80 ладожских. Я пробовал одеть бальсу 02 синюю, она себе никак не показала. Пробовал колебалки синие одевать, вращалки, нет, только вот доджер крэнк 10007 себе показал хорошо. Возможно, если бы я на все палки одел 007, то возможно, конечно, это не 100%, но заработок мог бы наш и удвоиться. Это было бы просто космической такой цифрой, суммой денег для Волхова. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Жду ваших замечаний, пожеланий, советов в комментариях. Всем ни хвоста, ни чешуи. Мы приехали.
Поехали, утонувший корабль!